Приветствую вас, друзья, на канале Airzone Game. И сегодня мы с вами посетим один, на мой взгляд, интересный проект, который открылся совсем недавно. И это не будет полноценным обзором. Это будет предобзор по той простой причине, что пока еще на этом проекте смотреть не на что. Есть интересные задумки, есть уже то направление, в котором хотят двигаться разработчики, но полного функционала пока еще нету. Готовится крупное обновление с большим количеством всевозможных механик и интересных систем, но на данный момент сам проект выглядит как такой Light RP. Есть все необходимое для того, чтобы здесь провести время, но основного функционала пока еще нету. И вот даже на первых минутах, пока мы здесь находимся, видно, что даже меню персонализации нашего персонажа и то выглядит достаточно нестандартно. Ну, заходим на карту и будем разговаривать обо всем по порядку. Привет, это Смотр Рейдж. Нажми кнопку F10, это панель помощи. В ней ты сможешь найти всю информацию об игровом процессе. Ну и да. Нажимаем кнопку F10 и выскакивает разъяснительное меню. Как вы видите, много разделов, все, в общем-то, расписано, надо только почитать. Ну, мы двигаемся дальше. Первое, что мне понравилось, это, как вы можете сейчас заметить, здесь сразу же есть транспорт. И транспорт этот бесплатный. Но также сразу же бросается в глаза то, что транспорт спавнится, как вы видите, в одном и том же месте. Я беру велосипед, и тут же появляется в этом же месте второй велосипед. Вообще, мы будем идти по этому проекту, и эта беда будет преследовать нас постоянно. Какая-то есть проблема у авторов с размещением объектов. Все объекты, транспорт, велосипеды, боты, которых я вам тоже покажу, все спавнятся в одной и той же точке. И это превращается в такую некую кашицу. Ну, проект только открылся, и я очень надеюсь, что разберется автор с этой проблемой, и в дальнейшем этого не будет. Ну, а возвращаясь к тому, что на проекте с первых минут вы можете воспользоваться бесплатным транспортом, и эти точки разбросаны по всей карте, это огромный плюс просто с первых минут появления на этом проекте. Я неоднократно в своих обзорах показывал, что игрок, заходя на проект, сталкивается с такой проблемой, что ему, ну, по понятным причинам, за неимением транспорта нет возможности передвигаться по карте. Это действительно проблема многих проектов, и я не понимаю, почему авторы этим никогда не занимаются. Ведь проблема-то лежит на поверхности. Я прихожу на проект, у меня нету денег, у меня нету прав, там, ну и все остальные вот эти проблемы, которые присутствуют на этих проектах. И я не могу двигаться по карте. Это проблема действительно многих проектов, и вот здесь с ней борются вот таким вот способом. На первых же минутах вы можете бесплатно взять себе транспорт. И еще раз скажу, что таких точек очень много на карте. Единственное, что велосипед может быть не самое лучшее решение. Все-таки, наверное, было бы лучше, если был какой-нибудь, может быть, даже какой-нибудь уникальный, как и все на этом проекте, а мы этого коснемся чуть позже. Так вот, был бы какой-нибудь уникальный двухколесный, но автоматический все-таки транспорт. Да, я не кручу педали на этом велосипеде, это все игра, я жму одну кнопку. Но скорость передвижения, конечно, оставляет желать лучшего. Ну, а далее еще одно решение, это очень близкое к точке спавна персонажа. Автошкола. В общем-то, до нее можно добежать даже и без велосипеда. Это буквально вот там, не знаю, в 300 метрах от того места, где мы появляемся на карте. Единственное, что денег-то все равно у нас не хватает на эту категорию. Поэтому надо сначала идти заработать. И вот, несмотря за этим, на это вот, вернее, простоту оформления, да, за этим кроется некий официоз. Вам предлагается документ с двумя печатями, и даже можно ставить подпись. Правда, подпись выглядит немножко некрасиво, что ли. Это просто печатается ваше имя. Было бы здорово, если бы имя писалось, например, другим шрифтом, который похож на почерк, рукописный почерк. Но к автошколе мы еще вернемся, права нам все равно нужно получать. Здесь есть две автошколы. Автошкола, дающая лицензию на управление категорией B, и лицензию на управление категорией C. Нам первым делом понадобится категория C. Но это в моем случае. Вообще можно первым делом получить категорию B и устроиться на работу. На данный момент на проекте есть всего два вида работ. Это на винограднике, куда мы сейчас едем, и работа такси. Коснемся мы и той, и другой работы, но начнем мы с категории C. Ну, это лично мой выбор.
Я всегда, заходя на подобные проекты, стараюсь пойти каким-то нестандартным путем, чтобы испытать проект на такие какие-то свои сложности. А вот если я сделаю так, что будет? А если я сделаю так, что будет? И поэтому я выбрал сразу же категорию С. Хотя еще раз скажу, что можно получить категорию Б и устроиться в такси, которое требует категории Б. Работа же на винограднике требует категории С. Но сейчас мы туда доберемся и все увидим. Сама точка работы находится в достаточно стандартном месте. Кто играет в GTA, тот, наверное, узнает это место. И даже, по-моему, на карте оно так и называется, виноградник. В общем-то, вот это место. И вот, несмотря на то, что проект только открылся, и еще огромного количества функционала здесь нету, здесь нет ни организации, даже оружия здесь еще нету на этом проекте. То есть нету ни группировок, ничего. Есть только вот начальные стадии, которыми вы можете заниматься. То есть рабочие занятия, ну и какое-то продвижение по карьерной лестнице. Уже на этом этапе, на этом проекте есть на что посмотреть. И есть чему, по общем-то, удивиться. Сама работа выглядит следующим образом. Она разбита на две категории. Первая категория – это сборщик винограда. Вторая категория – это доставщик уже продукции виноградной, то есть доставщик вина. Ну, проследуем на доступную нам первую точку и с ней взаимодействуем. Выскакивает планшет, который предлагает нам устроиться. Все, мы устроились. И вот с этого момента вы в любой момент можете как начать смену, так ее и закончить. Все зависит от вас. Выбираем планшет на букву F5. Все, мы можем начинать смену. Появилась сумка, и мы выдвигаемся на точку добычи этого винограда. Ну, наверное, слово «добыча» здесь неуместно. Сбора винограда. Ну, а чтобы не бегать пешком, воспользуемся бесплатным транспортом, точка которого здесь есть. На этом рабочем занятии есть точка бесплатного транспорта. Берем велосипед и погнали. Как выглядит работа, вы сейчас видите. Мы подъезжаем на виноградную плантацию и, в общем-то, взаимодействуем с триггерами. Никаких взаимодействий руками не происходит. Мы просто заходим на метку, срабатывает триггер, и все, пошла анимация. Дальше садимся на велосипед и едем на следующую точку. Надо сказать, что да, разброс точек достаточно солидный. Я бы даже сказал, где-то в районе 500-700 метров друг от друга эти точки находятся. Но пугаться здесь нечего. Очень быстро идет прокачивание. Прокачивание и очень солидные заработки. Ну, как солидные? Например, за 5-6 подходов вы заработаете себе на категорию Б или на категорию С. В общем, как я уже и сказал, прокачивание идет достаточно быстро. Можно заниматься вот этой работой, не переходя на другую, и тоже получать повышение. А я выбрал степень повышения на другую специальность. После каждой, по-моему, третьей собранной точки вам надо вернуться на склад, который находится все в этом же месте, и отгрузить собранный урожай. И опять потом вернуться туда. Как я уже вначале и сказал, уволиться и устроиться вы можете вообще в любой момент через рабочий планшет. То есть заходите в рабочий планшет, нажимаете «Закончить смену», получаете зарплату. Нажимаете «Начать смену», вы опять на работе. Единственное, что чтобы очень часто это не спамили, есть небольшое ограничение. То есть, если вы уволились, вернее, то устроиться опять вы сможете только через 2 минуты. Ну, это сделано для того, чтобы не хулиганили и не спамили. И так как я уже сказал, что прокачивание и заработки происходят достаточно быстро, то где-то минут через 20-25 работы на этой плантации виноградной вы уже можете решить, хотите ли вы еще продолжить немножко поработать или уже пойти получать категорию Б, например, или пойти покупать себе шмотки, если вы хотите избавиться от начальной одежды. Я же выбрал категорию Б и поехал ее получать. И в свете того обзора, который был у меня последний на проект Fortis, на котором я 2,5 часа не мог себе заработать даже на одну попытку сдать на права, здесь это происходит достаточно быстро. Вот эти вот минимальные денежки вы зарабатываете достаточно быстро. Да, вы не купите себе никакого бизнеса, которого мы еще коснемся, вы не купите себе сразу же с первых минут ни дом, ничего, но вот на какие-то свои нужды, там, на шмотки, на одежду, может быть, на какую-то еду, которая есть на этом проекте, в общем, на какие-то расходы вы заработаете, достаточно быстро. Я потратил где-то минут, наверное, 25, и у меня уже были деньги для того, чтобы поехать и получить категорию. Если не получится получить категорию с первого раза, я взял с собой денег, чтобы мне хватило на несколько попыток.
Ну, где находится школа, я уже показывал. Это рядом с местом появления на карте. Выглядит это все достаточно просто. Никакого входа, ничего нету. Просто встаем на триггер и идет автоматическое взаимодействие. Про то, как она оформлена, я говорил. Да, простота, но простота какая-то, она такая вот документальная, официозная. Вот он договорчик. Нажимаем подписать. Видите, появляется мое имя. И дальше идут вопросы. Вопросы. Опять в свете последних событий моего обзора на проект Fortis, вам не надо ничего заучивать. Здесь вопросы, которые горят на экране. То есть вам нужно просто ответить, какими кнопками включается свет, какими кнопками включается машина, какими кнопками открываются двери. Ну и вот, вы сами все видите, очень простые вопросы. Не надо ничего заучивать. Это обычные игровые, касаемые игровой механики вопросы. На мой взгляд, вот так вот и должна выглядеть автошкола. Не нужно ничего выдумывать. Не нужно никаких придумывать вопросов, связанных с автопоездом. Ну, а дальше практика. Практическая часть этого экзамена. Пристегните ремень, заведите двигатель, нажав кнопку 4, и двигайтесь по заданному маршруту. Ваш экзамен начался. И вот в этот момент начинается и сдача практической части, и обсуждение транспорта на этом проекте. Как вы можете заметить, сдаем мы на копейки, на нашей отечественной копейке. И вообще, надо сказать, что мы еще это увидим, что транспорт на этом проекте весь уникальный. Я не видел здесь стандартных машин из GTA. Они все вот такие вот уникальные. Здесь есть очень много наших отечественных машин. В общем-то, потом в дальнейшем мы это все посмотрим. Ну и вообще, транспорт на этом проекте это такая вот достаточно уникальная штука, которая мне очень-очень понравилась. Здесь есть, как вы можете заметить, рядом с мини-картой дома к машины. Но на данный момент машина чинится одной кнопкой. Нажимаем кнопку 1, и машина тут же починилась. У меня произошел небольшой баг. Как видите, я не могу включить свет. Я езжу в темноте. Я нажимаю цифру 3. Именно этой кнопкой включается свет в машине, но ничего не происходит. Немножко простовата сама сдача. Я бы сказал, банальная сдача. Просто едем по триггерам и на этом все. Можно было бы сделать что-нибудь поинтереснее, там въезд в гараж задом, ну что-то вот такое вот, как-то разнообразие. Ну, вот что есть, то есть, ну, в общем-то, сдача экзамена выглядит достаточно банально. Далее едем, получаем категорию С. Не знаю зачем, но почему-то автошколы разбросаны на разные концы карты. Категория Б находится на одном конце, категория С на другом конце. Не знаю, зачем это сделано, но сделано вот таким вот образом. Далее все происходит точно так же, как по категории С. Мы отвечаем на ряд легких вопросов, связанных с тем, что мы действительно должны знать. Какой кнопкой включить свет, какой кнопкой пристегнуть ремень, какой кнопкой завести машину. Ну, в общем-то, вы опять все видите. Далее по аналогии с категорией Б практическая часть. Правда, здесь есть небольшое отличие. Во-первых, здесь грузовик. Это, наверное, единственная стандартная машина, которая принадлежит GTA, на которой вот здесь придется поездить. Больше я не видел ни одной машины, принадлежащей GTA. Все остальные машины какие-то уникальные. И сам маршрут. Ну, наверное, придется поездить минут 5. Потому что не знаю для чего, но сделано так, что маршрут сдачи на грузовик, ну, очень длинный. Вы прямо едете чуть ли не до самого города, там разворачиваетесь какими-то окольными путями обратно, опять на трассу, и вот таким вот образом катаетесь, наверное, минут 5. Но, как результат, права категории С у нас в кармане. Все, можно отправляться обратно на виноградник и приступать к работе. И как я уже сказал, что, например, в отличие от того же проекта Fortis, здесь начальная степень развития идет очень активно, очень быстро вы развиваетесь, вы получаете, зарабатываете какие-то денежки, какой-то опыт, начинаете вот получать, как в моем случае, категории другие. Вот сейчас я съездил, получил категорию С, теперь я уволился, сейчас я опять устроюсь на уже другую профессию на этой же точке. В общем, жизнь изначально течет очень быстро. Вам не надо, как на том же Фортисе я показывал, по 2 часа сидеть на одной точке, чтобы заработать себе на пол попытки. Нет, как видите, я уже здесь чего-то добился, хотя нахожусь здесь очень мало времени. И вот я уже имею две категории, и я уже работаю развозчиком виноградной продукции, то есть вина. Вот так вот выглядит моя рабочая машинка. Как я и говорил, они все уникальны. Это Dodge, и видите, у него есть даже маркировка. Машинки все прорисованы очень красиво, и они еще к тому же и функциональны. Открываются капот, двери, багажник. В общем, очень красиво сделано. Отдельная тема это радио.
Радио, как вы можете заметить, здесь сделано совсем свое, другое, абсолютно не похоже ни на что. Все эти радиостанции, они реально существующие. Здесь есть Шансон, наше радио, Дорожное радио, Европа Плюс. В общем, когда вы включаете радио, оно автоматически перекидывает вас на онлайн-радио. И можете ехать и слушать онлайн-радио в прямом эфире. Идет реклама, там рассказывают чего-то. Ну, смотря какое радио вы выберете. Я обычно включал рекорд и ездил, фармил денежки под музыку радио рекорд. Снаружи машинка выглядит вот таким вот образом. Как я уже и говорил, все машины здесь отличные и все мне нравятся. Дизельный звук двигателя тоже такая отдельная тема. В общем-то все, выезжаем на линию и начинаем заниматься доставками. В этой машине специально, видимо, сделано очень слабое сцепление с дорогой. Это сделано для того, что здесь есть шкала дрифта. То есть, когда вы едете, вы можете дрифтовать и получать за это очки. Рекордные очки записываются в ваше достижение этого дня. Ездить очень нескучно, и в какой-то момент ты начинаешь понимать, что без дрифта тебе ездить уже неинтересно. Работа очень интересна. Действительно, я встретил такое первый раз, чтобы была вот такая вот дрифтовая машинка на доставке. Это очень весело. Действительно, я вот поиграл, наверное, час погонял, вот так вот. Это действительно, ну, это не надоедает, понимаете? Каждый поворот, заходишь в него в дрифте, это все интересно. Машина разбивается, но пока на данный момент ее можно чинить нажатием одной кнопки. Но я думаю, что в дальнейшем это уберут. Потому что у машин, как вы можете заметить, рядом с мини-картой есть дамаг. А значит, что в дальнейшем, скорее всего, будет так, что машину можно будет тотально уничтожить. Ну, или воспользоваться услугами автосервиса или ремонтника. Из минусов я могу отметить только то, что есть сильный рассинхрон. И так как здесь есть система, которая взята, наверное, из синглплеерной версии игры, а это то, что человек, если он не пристегнулся, то в момент ДТП он может вылететь через лобовое стекло. Так вот, проезжая мимо какой-нибудь машины, персонаж, сидящий в этой машине, постоянно находится мимо машины, он рассинхронивается. И едет мимо тебя машина, а персонаж, который должен быть за рулем, видимо, не пристегнутый, и я его вижу, как будто он едет рядом с машиной, в сидячем положении. И, казалось бы, чего здесь удивляться, на многих проектах из-за этого рассинхрона можно увидеть подобное. Но здесь есть такая система, что если вы сбиваете человека, то вы автоматически попадаете на 5 минут в тюрьму. И я попадал в тюрьму 3 раза, даже не совершая ДТП. Просто из-за того, что персонаж в соседней машине рассинхронился и был рядом с машиной, то игра посчитала, что я его сбил и посадила меня в тюрьму. Далее давайте посмотрим на некоторые автосалоны этого проекта, раз уж я затронул тему уникальности автотранспорта на этом сервере. Один из таких автосалонов находится в стандартном месте, и надо сказать, что автосалоны здесь распределены не только вот по каким-то своим элитный, там, как это обычно бывает, или еще какой-то. Здесь есть автосалоны, принадлежащие какой-то одной определенной марке, а есть автосалоны сборной техники. Ну вот, я покажу вам несколько. Вот, например, один из таких магазинов. Как оформлен магазин, вы сейчас видите. Тут претензий нет вообще практически никаких. Единственное, что мне бы хотелось, чтобы машинка крутилась чуть-чуть более плавно. Потому что прокручивание машины выведено на стрелочки. Вот они нарисованы в левом нижнем углу. И машина крутится, ну, достаточно быстро, мне кажется, слишком резко. Хотелось бы чуть-чуть больше плавности. Ну, а так вообще вы видите. Стоит машина заведенная. Надо сказать, что у всех машин прописаны поворотники и аварийка. Можно настраивать цветовую гамму, ну, просто под любой вкус. Обычно это делается, вернее, выводится в тюнинговое ателье, да, и вы уже выбираете определенный цвет машины в автосалоне, и в тюнинговом ателье вы уже там можете довести себе какой-то тон, какой вам нравится. Здесь это все можно делать прямо в самом автосалоне. В общем-то, вот вы все это сейчас прекрасно видите. Также у всех машин есть включаемый и выключаемый дальний, ближний свет и габариты. Все это выведено на кнопку 3. Можете включать, выключать. В общем, замечательно сделано. Ну и сами модели вы видите. Они, ну, они красивые, действительно, прорисованное все. И главное, что это не стандартное. Это очень интересная задумка. Мне понравились все машины на этом проекте.
В общем-то, ну, у меня вообще никаких претензий по автотранспорту нету. Они не сжирают FPS, они никаким образом не лагают. Машинки такие, я бы сказал, сбалансированные. Я, как вы можете заметить, прокручиваю достаточно быстро, потому что хочется показать вам как можно больше и машин, и еще есть на этом проекте то, о чем хочется поговорить. Ну, а время неумолимо летит. Ну и естественно, как же я мог вам не показать наш автосалон Лада, который находится на этом проекте. Здесь есть много машин, которые заслуживают внимания, и можно было бы, наверное, сделать видео отдельно по каждой машинке, которая здесь представлена. Я не часто встречаю на проектах GTA наш отечественный транспорт, на самом деле встречал на двух проектах всего. Но здесь их очень много. Как видите, есть копейка, есть трешка. Вот машинки все стоят в белом виде, но можно их перекрашивать. Вот есть наша пятерочка, которую я тоже хотел себе приобрести. И, наверное, еще раз зайду на этот проект и обязательно ее возьму и потестирую. Вот девяточка, на которой я остановился. У меня была такая же короткокрылая девятка, восьмерка, вернее, в жизни, поэтому я ее на этом проекте тоже себе купил. Есть Приора, ну, Приора вот такая, вот она мне не особо нравится, но вообще, ну, есть и есть, здорово. Здорово. Ну, а вот та самая восьмерочка, которую я себе купил, она у меня была в жизни в красном цвете, поэтому я ее и здесь на проекте тоже взял в красном цвете. Ну, на этом мы, наверное, как-нибудь поговорим о машинах потом. А пока быстренько перемещаемся на вторую работу, представленную на этом проекте. Их всего две. Это работа таксиста. Работа таксиста выглядит примерно так же. Таксопарк Смотра Рейдж. Приветствует вас, водитель. Удачи на дорогах. Мы устраиваемся в такси. Перед нами планшет, и мы можем выбирать наши заказы. Сюда же поступают заказы и от игроков, сюда же поступают заказы и на ботов. Если нет заказов на игроков, скучать вы не будете. Вы будете возить ботов. Вот таким вот образом это выглядит. И вот я в начале ролика говорил, что видите, все боты стоят в одной куче, как и велосипеды, как и рабочие машины. Все появляются в одной куче. Пока еще с этим, видимо, автор не разобрался. Ваша поездка началась. Смотра Рейдж Такси заботится о вашей безопасности. Пристегните ремень, нажав кнопку 6. Ну и в общем-то все. Мы приезжаем на конечную точку, но, к сожалению, наверное, анимации выхода пассажира нету. Он просто исчезает. Ну, это, надо сказать, никак не портит общего впечатления о работе в такси. Работа в такси мне понравилась. Но на этом проекте есть еще одна уникальная вещь, о которой хотелось бы поговорить и уделить этому какое-то время. Как видите, здесь есть магазины. Но крупные магазины вот такого типа пока еще не продаются. Они есть, но они пока что не задействованы. Но на этом проекте есть и вот такая вот вещь. Здесь разбросано огромное количество всевозможных маленьких магазинчиков, которые имеют просто графический вид. В них нельзя заходить, с ними нельзя взаимодействовать, но здесь они задействованы. Вы можете покупать, как вот в этом случае, туалет или вот такой вот маленький складик, и этого вы можете себе представить, какое здесь количество, да? Около каждой двери, в общем-то, можно повесить вот такой вот маркер, и это будет продаваться. И этого действительно много. Просто представьте, сколько в городе Лос-Сантос, да, вот таких вот дверей, таких вот маленьких магазинчиков, которые можно покупать. Которые игрок может себе купить и иметь вот такой вот пассивный доход от них. Ну, какой доход и сколько это стоит, вы видите. Количество вот таких вот маркеров, которые стоят возле каждых магазинов, там, ну, вы можете себе представить, да, в каждой деревне, там, проезжая по какой-то улице, везде есть вот эти графические магазинчики, которые, в общем-то, просто, ну, графика, просто нарисованное здание. Как вот то, что мы сейчас видим, просто двери, это просто двери, но около них поставлен маркер и написано, что это, да, и это все могут игроки покупать. Я не знаю, как их посчитать, их здесь тысячи. Представьте, просто, ну, огромный город Лос-Сантос, да, сколько здесь маленьких поселков, да, и везде вот напиханы вот такие вот точки, которые игрок может покупать. Задумка интересная, но исполнение, на мой взгляд, через жопошное. Потому что, вот, несмотря на то, что онлайна сейчас практически никакого и нету, я здесь пробовал где-то, наверное, дня 3-4, и больше 60 человек я не видел. Но ни одной точки вы не найдете, все уже скуплено. Я спросил, сколько можно покупать подобных бизнесов. И мне сказали, что без випки не больше 3 штук. Ну и вот представьте себе, что уже все скуплено. Нету ни одной точки, которую я бы мог себе купить. И вот это вот как раз то самое, что я считаю через жопу выполненное, это то, что мне кажется, это мое мнение, что админы в этом случае просчитались. Они не подумали, что игроки просто тупо начнут все скупать. И те, кто пришел первый, естественно, все скупит, и последующие игроки останутся не у дел. А это неправильно. И один из вариантов выхода из этого, это, во-первых, повысить стоимость
подобного бизнеса. А как вы можете заметить, он стоит даже дешевле, чем дом. И второе, что еще можно сказать, что сначала надо купить дом, как бы зацепиться за этот проект, да, ну, быть уже гражданином этого штата и уже тогда покупать бизнес. Это второе. И третье, мне кажется, что надо повесить на каждый такой магазин степень прокачивания. То есть мы покупаем его там, допустим, условные цены 500 тысяч, да, и начинаем его прокачивать. Чтобы прокачать, надо туда завозить товар. Завозим товар, в течение часа товар продается, завозим следующий товар. И так, например, там, да, через 10 таких вот завозов магазин ну, повышается по степени прокачивания, там, имеет второй уровень, например. Да, и надо уже завести 20 раз туда товар. И он опять повысится. И так, там, например, 10 уровней повышение, и это, естественно, дает вам все больше и больше прибыли. Таким образом, не надо будет покупать по 5, 6, 7, 8, 10 таких точек, а надо купить всего лишь одну и ее прокачивать. Таким образом, мы освобождаем вот это все занятое пространство и даем возможность другим игрокам тоже купить такую же точку. Ну, а при раскладе, который существует сейчас, как мы можем уже заметить, что все скуплено. Люди все скупили и на проект больше не заходят. Приходит новый игрок, вот типа меня, вот я пришел, да я хочу тоже воспользоваться вот этой вот игровой механикой и купить себе какую-то точку. А нет такой возможности, все, все уже скуплено. Было скуплено в первые там 3-4 дня после открытия этого проекта. Ну, это же неправильно. То есть все остальные игроки, которые приходят уже позже, они стоят и на это все дело любуются и не имеют возможности с этим соприкоснуться. Ну и еще одну вещь, которую бы тоже хотел сказать касаемо вот этих вот торговых или бизнес-точек, это то, что нету никакой централизации, где можно было бы зайти и просто там выбрать из списка и купить. Вам надо ездить по карте и искать свободные места. Они нигде не обозначены. Вы никак не можете понять, вот в этой точке, например, на этой локации, вы найдете что-нибудь или не найдете. Надо вот так вот последовательно, как цепочку, точку за точкой проверять. Куплено, не куплено, куплено, не куплено. Я потратил на это, наверное, часа два. Я объехал здесь все. Пока я не добрался до одного из администраторов, не спросил его, а можно ли мне что-нибудь купить? И мне ответили, что уже давно-давно все скуплено, и свободных точек больше нету. Да, но он-то администратор, поэтому он владеет такой информацией. А я-то вот как игрок, который зашел, я как должен понять, есть свободные точки или нету? А, извините меня, объехать всю карту, да весь Лос-Сантос объехать, каждую улицу прошерстить в поисках вот этой точки, ну это совсем не серьезно. Поэтому должна быть какая-то централизованная, вот как, например, на проекте Grand RP, да, там есть риэлторский центр, куда вы можете зайти и посмотреть, есть свободные дома в продаже или нет. Или кто-нибудь сдает дома. Ну, вот что-то подобное должно быть и здесь, куда мы можем обратиться и посмотреть, есть свободные точки для бизнеса в продаже или нету. Ну, вот это такое вот мое мнение. Ну, а так как проект молодой и имеет на данный момент минимальный набор игровых механик, то пока показывать-то здесь нечего. Ждем глобального большого обновления, на которое я на самом деле очень сильно рассчитываю. Хотя и боюсь этого слова, потому что как только я начинаю рассчитывать на какой-то проект, этот проект начинает меня разочаровывать. Такое случалось у меня уже неоднократно. Хотя уже даже вот на этом этапе минимализации этот проект может дать фору большому количеству подобных сборок, на которых уже все открыто, все добавлено, а играть неинтересно. Здесь же даже то, что мы увидели, является уникальным, интересным. И работа водителя-развозчика вина с вот этим вот интересным дрифтом, с интересной машиной. Я еще не показал, какой здесь уровень прокачки. Вы практически каждые там 2-3 поездки получаете повышение, которое дает вам еще дополнительный буст по заработной плате и еще дополнительный буст за километраж. А оплата здесь идет по километражу. Ну, в общем, очень интересно выполнены работы, достойны внимания. Хочется надеяться, что авторы добавят еще несколько таких же подобных рабочих занятий с более интересным, ну хотя бы не менее интересным функционалом. Ну, будем на это надеяться и надеяться на то, что все-таки вот эту интересную систему с микробизнесами тоже как-то доработают и исправят, и введут ее в действие уже так, чтобы любой игрок, будь он новичок или он уже здесь провел какое-то время, мог воспользоваться данной фишкой этого проекта, а не смотреть на это все со стороны, как кто-то скупил, а мы только наблюдаем. Ну, в общем, ждем этого глобального обновления, а пока, наверное, все. Такой вот у меня получился обзор. Проект открытый,
Он ждет своих игроков, так что заходите, получайте удовольствие. Ну, а у меня на этом все. Спасибо всем, кто посмотрел, и всего вам доброго.